сегодня сюда приехали для того, чтобы поддержать их. Мы видим на их лицах улыбки. Я думаю, они нас рады видеть. Надеемся на это. Поэтому мы несем добро. И это самое главное, что у нас в сердце добро, и мы очень верим в победу. Очень радостно видеть на лицах наших военнослужащих улыбку, потому что это вот внутри прям зажигает какой-то внутренний огонь, и хочется делать больше, лучше, и приезжать чаще, и радовать наших мальчиков. Ну, впереди еще много праздников. Будете приезжать? Конечно! Самое главное, что мы верим в наших солдат, мы верим в нашу ближайшую и скорейшую победу. Давай, родители, дай вам привет! Откуда? Какой город? Алтайский край, всем привет! Супер! Какой город? Кому привет? Откуда? Всем наши! Всем наши привет! Да ты близко! Спасибо! Вам спасибо! Товарищи военнослужащие, светлый праздник Христового Воскресения. Вас поздравляю с праздником. Сейчас вам вручат подарки представительству женского пола. С праздником, прошу вам настроение священное. Поздравляю вас. Берегите себя, ребята. Конечно, приятно очень. Спасибо большое. Настроение? Отлично. На высшем уровне. Нужны такие мероприятия? Конечно, очень нужны для поднятия морально-боевого духа личного состава. Очень нужны. Вас кто ждет дома? Меня ждут мать, отец и моя любимая девушка София.